Знакомьтесь, это Гелиос. Ему 2,5 года. Вместе с братьями и сестрами Гелиоса нашли на пустыре в роще. Сотрудники приюта «Поводок» успели забрать щенков до морозов. Гелиос вырос спокойным и умным псом. Он знает много команд. Пес послушный и воспитанный, а еще любит решать головоломки. Умеет находить предмет, который спрятали под крышку и перемешали. Как в фокусе «кручу-верчу, запутать хочу». Гелиоса не запутаешь. Геле нравится проводить время на природе. Ему будет хорошо с активной семьей, которая любит путешествовать и много гулять. В дальних поездках Гелиос будет вести себя хорошо. Он умеет ездить в машине. А еще Гелиос любит детей и сможет стать для них хорошим другом. В приюте «Поводок» с Гелиосом работают опытные кинологи и зоопсихологи. Он здоров, привит, дружелюбен к людям и животным. Гелиос ждет своих хозяев в приюте «Поводок».